Всем привет! Сегодня мы продолжаем знакомиться с УННВ. Песенка называется «Мне так не хватает твоей красоты». А, друзья мои, ну, перед тем, как мы будем слушать, напоминаю вам о том, что мы есть в Рутубе и Ютубе, что у Максима есть игровой канал, где он там слушает что-то, играет во что-то, распаковывает что-то. А что вы узнаете, когда туда зайдете? А я написала книгу, которую выложила на Литрес, и она сидит и ждет, когда вы зайдете, почитаете ее про наше поколение, наше советское поколение, и поможете мне распространить ее, потому что очень скоро выйдет вторая книга про ваше поколение, которую вы тоже будете мне помогать распространять. Ну а пока этого не произошло, читаем мою первую книгу. Итак, «Мне так не хватает твоей красоты», УННВ. Такие девчонки глупые, любят плакать по ерунде, правда? Ну, сейчас немножко покритикую, немножко, ну, как бы, наверное, все-таки покритикую. Вот, знаете, казалось бы, хорошее название, неплохая музыка, которая должна была сделать так, чтобы эта песенка попала в мой топ. То есть, в принципе, для этого были все предпосылки. Сделать что-нибудь красивенькое и чтобы я, послушав, сказала «вау». Вот. Что получилось? Монотонное вот ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я вот в словах тоже, ну, неужели нельзя красивые слова придумать? А там чё? Вот. Вот эта монотонность. Вот не хватило, мне кажется, абсолютно не хватило как своего отношения, да, вот души к этой ситуации. Как-то это все было вот топорно сделано. Ну, почитали, о чем непонятно, что-то там высказались, вроде как про любовь, а вроде как вообще непонятно про что. И получилось то, что получилось.
Поэтому я думаю, троечку из пяти однозначно. Хотя предпосылки на то, что получится что-то хорошее, были. И это уже хорошо. Всем пока.